Вот тот человек, который посмотрит это видео, ему покажется, как будто вы шоумен. Тоже посмотрела ваши YouTube ролики и была настолько поражена, я не поверила. Я пока я сама не прошла через это, друзья мои, вы можете мне на полном серьезе поверить. Измены чаще всего возникают из-за того, что уже поговорить не о чем. В чем секрет хороших отношений? Надо, вы своему мужчине лучше не выговаривайте свои проблемы, честно вам говорю. Лучше подружкам. И лучше подружкам. Как вообще распознать этого абьюзера? Вот какие-то 5 ключевых... Он начинает обвинять. Абьюзеры начинают всегда обвинять. То есть женщина влюбляется по оргазму, да? Ну, вообще это, ну, такое, если просто физиологию брать, то да. Женщина меняется сразу после подписания брачного договора или там. Сразу на следующий день. Так. Она первые 3 года чистит свое сердце на мужа, и он 3 года должен будет ей доказывать, что он ее любит. А как вообще узнать, сепарирован человек или не сепарирован? Зависит от мамкиной юбки, держится за мамкиной юбки. Это сразу видно по словам, когда он говорит, а моя мама сказала, моя мама думает, до свидания, все. Каждое заболевание, ну вот примерно, оно имеет психосоматический какой-то характер. То есть не бывает, чтобы человек болел и не было психосоматики. Даже если тебе на палец падает кирпич и у тебя сломался палец, это все равно психосоматика. Часто дети болеют из-за того, что родители ругаются, из-за того, что мама там сильно расстроена. Или у мамы там что-нибудь, там какие-то переживания сильные, и дети начинают болеть. То, что кожные высыпания, экзема очень часто возникает тогда, когда у человека... Дыши. Короче, это эго. Это внутренняя ненависть к себе. Это тогда, когда человек себя ненавидит прям. Я не знаю, какой поступок, что она там делает, но она постоянно находит, за что себя ненавидеть. Смотрите, экзема. Это когда очень высокие амбиции и очень заниженная самооценка. И вот этот вот разбег очень большой он. И тогда происходит эта внутренняя ненависть. Выдыхай. Что-то не сделал, или делаю не так, или делаю не лучше всех. Теперь смотрите, бедра болят, да? Вот тут сейчас немеет. Это обиды в прошлом на женщин, вот тут, и обиды в прошлом на мужчин, вот бедра. Выдох, выдох, выдох. Вот так, еще выдох. Вот так, мой хороший, давай. Вот так выпускай. Вот так. Привет, друзья. Сегодня я записываю интервью с известным коучем, психологом Игорем Кимом. О, боже мой, вот эти последние 3 дня, когда я проходила мастер-класс, марафон, просто не описать словами, друзья, это мощно. Настолько мощно, что... Ты прорабатываешь абсолютно все. Все твое настоящее, прошлое, осознаешь. И, ну, в общем, я хочу поближе познакомить с этим замечательным человеком. Вы знаете, да, что я записываю интервью только с теми, кто мне интересен, кто полезен для вас. И давайте просто познакомимся, и вы сами все поймете. Расскажите немножечко о себе. Меня зовут Игорь Ким, я помогаю людям высвобождать эмоциональные блоки из тела, то есть те боли и страхи, которые у нас остались в нашем теле, которые мы не проплакали, не прокричали, не пробоялись, они остаются в теле и мешают очень многим жить, да, то есть не то, что тебе там плохо жить, тебе нормально, но мы все как-то иногда чувствуем интуитивно, что нас что-то внутри сдерживает. И вот это тот страх и боль, которая внутри осталась. И вот эту боль и страх я помогаю людям высвободить. Теперь смотрите, у человека, да, вот когда ты, вот эти истерики, да, особенно у женщин очень часто бывает, когда, блин, все заебали, да, и когда ты их не выпускаешь, они вот здесь. Это шлем неврастенника называется, вот этот скальп. И он, вот кожа прилипает к черепу сюда. И когда ты эту кожу отслаиваешь от черепа, тогда всплывают все твои вот эти психуши, все выходит, и слезы просто вот так вылетают из глаз.
Сейчас до этого дойдем, сейчас основное вытащится. Вот я не делаю больно до тех пор, пока само выходит. То есть то, что выходит без боли, зачем это, ну, усугублять? Оно и так, так и так выйдет. А то, что потом, вот, когда у нее мозг скажет «хватит», и после этого можно, если мы хотим до конца, то можно, ну, чуть-чуть применить силу. Первый раз, когда я с этим столкнулся, когда со мной такое сотворили, это было 9 лет назад. И после этого мне эта тема очень сильно зашла, и я начал ее изучать, потом практиковать. Я ходил за учителем, ходил за фолловер там в Ютубе, там психологов, коучей, всех этих массажистов. Вот, в общем, погружался в тему. Потом начал потихоньку практиковать, и вот это уже продолжается на протяжении 9 лет. Вот сейчас 10-й год идет, как я. Вот, и все. Ну, у вас удивительная методика. Вы говорите о том, что это происходит очень быстро. То есть ты высвобождаешь негативные эмоции настолько быстро. Короче, я вам расскажу, да. Я пошла на этот марафон и подумала, ну, что там, какой-нибудь шарлатан или еще что-то, да. Очередной этот, ну, типа... Ну, бред, но я пойду и послушаю, да. Слушаю, через полчаса я говорю Игорю. Я себе говорю о том, что я тебе не верю, но давай покажи мне, докажи, да. Я выхожу и просто стою, дышу носом и ртом выдыхаю. И расскажите, что вы сделали со мной. В общем, получается так, что когда человек выходит, он закрывает глаза, ну, это вот для, как для терапии надо, и просто надо дышать. Глубокий вдох через нос и выдох через рот, и в этот момент происходят выходы вот этих эмоций. Очень многим кажется, когда смотрят со стороны, что ничего не происходит, но происходит очень большое воздействие через, как сказать, через трансовое поле, через мое, через энергетику происходит воздействие на человека, и у человека начинается выход эмоций, и он начинает плакать, и он начинает там трусить как-то, да, там ноги трясутся, немеют руки, лицо немеет, но так не абсолютно у всех. То есть есть люди, у которых прям много блоков страхов, есть у кого поменьше. У тебя много, потому что ты много обижаешься. Блоки, такие люди всем помогают и ждут, когда им скажут спасибо, да? Но им спасибо, бля, никто не говорит. Потому что мир, сука, такой, и одни пидорасы вокруг, ну. Давай, давай. И знаете, в чем, вот это же, вот эта помощь людям, которая постоянная, и я вот хочу помогать, это поддержать, да, мне его так жалко, там еще, это нереализованная любовь к себе. Понимаешь, я не могу себя полюбить напрямую, поэтому я кому-нибудь помогу, пусть он мне скажет спасибо, и тогда я почувствую эту любовь. Понимаешь? Это, ну, вот... Видите, как ум работает. Как. И вот всегда, чего бы ты ни хотел, ты все равно это получишь. Даже извращенским каким-то способом вот так. У многих хуже. Видели вот жертвы вечные? Которые прям страдают они постоянно. Эти страдания, это люди, которые не чувствуют, что они живут очень часто. И когда им наносят боль, они чувствуют, что они живы. Я еще помогаю через провоцирование как бы триггерных точек, там, через определенные там, надавливания, но это тоже вторично. Первично на самом деле вот эти вот энергетическая составляющая, ту, которую не видно. Да. Вот, и я для чего сейчас объясняю, чтобы не было неоправданных ожиданий, да, то есть многим кажется, что приходят там все, и у многих прийти цель поплакать. Цель не про это, потому что все, что касаемо психологии, это длительный процесс, это 2-3 года, 5 лет люди в терапии ходят там, но и почему-то им кажется, что здесь придут и за один, часто да. Выходит, да, много, но не надо ожидать, что вот это, то есть нужно человеку быть самому готовым. Нету волшебной таблетки, там кнопочки, да. Куда нажать, и без твоего желания с тобой что-то сделать. Да, это я сейчас такая радостная, такая жизнерадостная, ну, в общем, полна сил, но 3 дня назад, вот, когда я вышла, такая вот, думаю, окей, я выйду, посмотрю, и у меня просто, я разрыдалась,
чтобы вы понимали, я просто рыдала, стояла, и он именно нажимал на определенные точки и просто считывал меня, ну, просто считывали. И говорили, что я испытывала раньше, что я сейчас испытываю, просто в точку, в цель попадал. И ты на самом деле, ну, понимаешь, что в твоей жизни что-то происходит не то, да? И ты идешь и ищешь ответ, и вы просто говорите вот так вот ответы, что у тебя там, проблемы здесь, и из-за этого ты не можешь, да? И я как бы, ну, бывала до этого и у разных психологов, но у вас какая-то вообще другая методика, когда вы быстро это делаете через... ну, для того человека, который это до этого не видел, да, он может подумать, что, я не знаю, ну, дичь какая-то, потому что люди кричат, у людей истерика, у меня слезы были и так далее, да? Откуда вы научились этому? У меня есть учитель. У меня есть учитель, который живет в Москве. И я за ней, вот она со мной это первый раз сотворила, и я за ней ходил три года. Я ходил на ее тренинги, я ходил на ее мастер-классы, я ходил просто к ней. И мне кажется, я был период, когда ей просто надоел. Вот, и я ходил, потому что у меня было ощущение, как будто я встретился с чем-то, или с кем-то, кто знает больше, чем я, понимаю, да, и она почему-то находила ответы на те вопросы, на которые я не знал. И у меня не было, не то что, у меня где-то амбиции были, что я типа хотел бы так же, но я понимал, что я обычный человек, и мне такое вообще не дано. То есть мне честно, вот клянусь, было ощущение, как будто божество спустилось там с неба на землю, и она вот здесь вот как-то вещает. У меня точно такие же по отношению к вам. Спасибо. Вот, и мне казалось, что, ну, вот хотелось с ней рядом побыть подольше. И каждую минутку, когда я с ней сидел рядом, я прям вот впитывал все слова, которые она говорила. Ее зовут Наталья Селезнева. Это город Москва, она психолог, биоэнергет. То есть, ну, это вот... Основа, вот на чем основывается вся техника, это вот взята у нее. Мы не делаем ничего того, что нам невыгодно. И даже если ты болеешь, тебе для чего-то это надо. И вы посмотрите на многих, вот у многих проблем, вот очень видно на мамах. Да? Мамы начинают болеть, когда вы уезжаете. Она хочет внимания. Да? И это... И это зачастую люди вот почему-то в этом в преклонном возрасте, они как бы иногда искусственно начинают болеть, а потом заболевают. И они выпрашивают внимание и любовь, да? И ее не получая, они начинают болеть, чтобы их пожалели. Потому что они не умеют принимать ту любовь, которая, ну, просто идет. И вот это же очень большая проблема. То есть, ну, очень важно, если хотя бы ты поймешь родителей, то, может быть, ты сам так не будешь делать. Вы знаете, да, что детей воспитывать вообще бесполезная задача? Потому что папа девочки, если он девочку любит, он закладывает ей самооценку. Вот то, насколько папа любит своих дочерей, это твоя самооценка на всю жизнь твою. Мама дает паттерны поведения в обществе. И ты будешь точно такая же, как твоя мама. Ты можешь даже не сопротивляться. То, что с мальчиком. Мама дает самооценку своей любовью. Вот чем больше мать любила сына, тем выше его самооценка и амбиции. Но паттерны поведения берется от отца. Ты будешь точно такой же, как твой отец. И это фатально. Но... Очень часто нас же не устраивает, ну, типа, я не хочу как папа быть, я не хочу как мама быть, да, но ты будешь точно такой же, но ты единственный шанс, знаете, что сделать? Ты можешь быть лучшим проявлением своего отца или своей матери. Лучшим. Но отрицать нельзя. Очень многие идут через отрицание своих родителей. Это большая, на самом деле, проблема. Потому что отрицая родителей, ты отрицаешь часть себя, как будто. Но ты не изменишься. И мы хотим воспитать сына, мы ему там что-то там говорим, но ты можешь сам измениться, и он будет точно такой же, как ты. Потом я посмотрел
Мечников — структурная психосоматика, есть этот психолог, массажист, он жил в Питере, когда я за ним начал наблюдать, потом он переехал в Москву. Кому интересно, тоже можете посмотреть. Единственное, что меня там не устраивало, слишком много слов, то есть умно очень и долго. То есть для того, чтобы высвободить блоки, у него сессия одна, там, 2.5 часа, 3 часа массажа. Ну, дятина, да, полная? Ну, для меня, конечно, человек придет, ляжет, его там массирует, ну, кайф, ну, что нет. Да, вот да, очень многие ходят такое к психологам или коучу, они придут такие, ну, давай меня, типа, там, и исцели, или там, удиви, и они хотят с первого сеанса что-то получить. На самом деле коучинг, терапия начинается на 4-м сеансе. За три сеанса первых ты плачешь за то, чтобы научиться доверять коучу. Угу. То есть нету ничего. А многие там 3 сеанса сходят, такие, ну и нафига. Да вроде я нормально. Ну, типа ничего не произошло, за что я заплатил, или вообще толку нету. Ну, так да, еще ничего не началось, вы дождитесь, ну, еще этот... Столько болячек. Да, да, это только, ну, даже не вход, это, ну, я не знаю, это просто знакомство, да. И поэтому меня не устраивало то, что это длительно, там, 10 сеансов, ну, я понимаю, для терапии это мало, но для какого-то видимого эффекта это, ну, это слишком долго, ну, вот, чтобы там на 7-й, на 10-й сеанс вскрывало. Вот, и поэтому мне хотелось быстрее, и я взял вот энергопрактики, психологию, коучинг, НЛП и немножко вот этой телески от Мечникова, где он продавливал эти триггеры. Я убрал массаж и оставил просто триггерные точки, которые... Когда я начал исследовать, потом я понял, что триггерные точки плюс-минус у всех одинаковые. Агрессия, нежелание слышать, нежелание видеть. Вот этот вот шлем неврастенника, он его называет. Потом 7 телесных зажимов есть. То есть и у каждого человека телесные зажимы по-разному зажимаются. И воздействие на них с помощью энергии раз, и через тело начинается вот этот взрыв. Как в духовных практиках называют катарсис. Просто чтобы дойти до катарсиса и вот этого эмоционального взрыва, очень часто люди там, я не знаю, по полгода медитируют. У них там... То есть это длительный процесс. Да, это очень... Мне один товарищ говорит: слушай, я тут одну такую штуку нашел. Как у тебя, да? То есть я говорю: окей, что это такое? Он говорит: на гвоздях стоять надо. 2.5 часа на гвоздях он стоял, представляете? 2.5, и он говорит: и не, как у тебя, только не больно. По мне, да, лучше вот, ну, 20 Жесть. Минут там сколько-то проработаться, чем 2.5 часа стоять на гвоздях. И оно будет волнами идти, оно вот сильно, потом слабо, потом опять сильно, опять слабо. Выдох. Если это не вытаскивать, ну, через боль, если, ну, как бы, тогда это будет дольше процесс идти. Он будет 3 часа идти, 5 часов может идти иногда. Мы как-то работали с девочкой 3 суток. Ее мама нам кушать готовила, пока мы с ней работали. Знаешь? 3 дня она к нам ходила. И теперь начинаем тело немножко проминать, слегка выдыхая. И теперь нужно немножко провоцировать какие-то выходы, выдох. Давай, давай. Давай, давай. Вот здесь воля. И здесь мы сдерживаем эмоции. Силы, когда усилие воли включается, живот напрягается. И пупочная грыжа у людей — это у тех, кто постоянно живет на силе воли. И оно не выдерживает, просто рвется, потому что мышцы постоянно напряжены в живота. Основная задача — эмоции высвободить. И тело начинает перезагружаться, и оно работает, ну, как бы начинает работать правильно. Ну, авторский метод свой по чуть-чуть собрали. Это солянка, и да. И такую вот солянку преподносите. Но на самом деле, если человек не подготовлен и видит, что я, например, там, я разрыдалась, да, у меня там истерика была, я там вспоминала, что у меня было там в прошлом, когда мне было 5 лет, что-то такое, да. И для такого человека, который не верит, который говорит: ой, фигня полная, да, это для него какой-то диссонанс это происходит. Шок просто. Шок. Потому что я вам не верила. Я вышла первая, чтобы вы понимали, да, чтобы, ну,
доказать самой себе, мне кажется, что типа, да, полный бред, да. И буквально минута, через минуту я разрыдалась, вспомнила, прожила те эмоции, кричала, и вы нажимали на какие-то определенные точки, да. Угу. Вот расскажите про определенные вот точки, куда вы нажимали для того, чтобы вообще понять, что происходит с вот человеком. Вот люди, которые ходили на массаж, допустим, да, вот здесь это гиперконтроль, это вот дельтовидные, это не дельтовидные, как это, трапеции, вот эти мышцы, да, трапециевидные, вот эти мышцы, их когда даешь, очень больно людям, которые привыкли контролировать все. Так это полмира, мне это кажется. Полмира, да. Это у нас сейчас этот 21 век, век неврастенников. То есть мы хотим контролировать все, мы перфекционисты, да, нам нужно, чтобы там этот, и просто посмотрите на отношение наших к сотовым телефонам или к чему-то другим вещам, да, очень многие их, это вот в чехольчике, в пакетике какие-то, ну вот в пленочке, и мы каждую царапинку мы на них, ну как бы знаем, да, вот, и поэтому мы хотим, чтобы все было идеально, и мы вот гонимся вот за этим идеальным миром. И это очень сильно охота контролировать, и поэтому вот спазмы здесь. Что делать? Вообще можно ходить просто на массаж, первое. Второе, можно просто чаще расслабляться, там, медитации, баня, спа, то есть, ну, такое. Но очень часто люди на себя просто забивают, да, то есть, и годами они ничего с собой не делают, а потом вот ты просто прикасаешься, и оно, короче, просто взрывается, вот. Шлем неврастенника, то, что это вот скальп, то, что индейцы снимали вот, ну, с людей. И он, когда у тебя истерик много, и ты не можешь их высвободить или не хочешь, ты, часто же там хочется поплакать и такой, ну, зачем? Особенно мужчины, да, или там этот. Или женщины, которые постоянно истерят, но они вот в себе держат. И такие люди, они говорят, не бесите меня. Это вот, да, у них раздражение внутреннее, которое они не могут высвободить, потому что нет видимой причины. Да, да, да. И в какой-то момент они просто срываются, ну, на какой-нибудь шорох. Да, да, да. И что происходит? У них вот скальп, он из-за того, что ты не можешь высвободить эмоции, он сжимается. И он как бы тело, не тело, этот, кожа прилипает к черепу, к кости. Okay. И когда ты начинаешь ее отслаивать, вот прям отхрустывать ее от черепа, то происходят вот эти эмоции, вот эти вот, люди начинают плакать. Что чувствуешь? Ну, чувствую такая спокойная, какая-то. Отпускает, да? Ага, чистая. Еще пока нет, подожди. Выдох. Ох, как будто мой freaking scalp. Ага. Вот этот вот, вот скальп, ага, вот. Вот так выдыхай. Угу. Размяли, как у ребенка. Да. Многим кажется, что они плачут из-за боли. Я просто из-за боли плачу, мне больно сделали. Но это не так больно физически, как кажется. Так. Потому что поднимается сначала боль физическая, провоцирует эмоциональную. Эмоциональная боль провоцирует выход страха. И в этот момент надо просто отпустить, и не надо объяснять, что тебе больно, просто из-за этого ты плачешь, а надо просто начать плакать, и все. И тогда вот эта эмоция выйдет, как, ну, как можно больше ее выйдет. У мужчины должен быть запрос, чтобы с ним получилось. Если запроса нету, то не получается. То есть если он отказывается с тобой сотрудничать, это бесполезно вообще что-то делать. Очень редко бывает, когда большой стресс, и у мужчины не хочет, и тогда, конечно, там чуть руку положил, его там прорывает. Но в основном лучше договариваться, потому что можно по мордам получить. А? Давай. Это страх мужчин. Это где-то так пересралось-то. Ага. Бил или что? Да, бил. Ага. Вдыхаем. Очень строгим. Ага. Я вижу. И тело все помнит. Все, что с тобой происходило, тело помнит. И ты не можешь это скрыть. То есть это... Ага, выдыхай. Почему мне нравится с телом работать? Потому что оно не врет. Все, что говорит человек, это вранье вообще полное. Это его иллюзия, это его иллюзорное представление о мире и о себе. Но тело, оно точно говорит, страх мужчин. Вот он. Моя левая нога, моя правая нога, дышь глубже.
Не держи быстро все. Я знаю. Она сейчас оторвет. Она нет. Пусть протрясется, а потом лучше будет. Такая, стой. Это подавленная сексуальность. Это женщина, которая сильно обиделась. Ага, выдыхай. Да не психуй ты. Пусть трясется, оставь, что тебе жалко. Да. О, ладно, трясись. Ой, ты не разговаривай, сиди. В процессе будь, не надо, дыши, останься. Это обиды на мужчин и обиды на себя. И это, знаете, у женщин, как вот это все начинается, это типа, когда мужчина ее обидел, особенно муж, там накричал как-то или ну, что-нибудь такое, да? И она такая, я тебе не дам. Она начинает сексом наказывать, как бы. Да? И он потом думает, да иди ты нахер, не дашь, сначала он что-то домогается, потом, короче, и не надо ходить так. Потом она обижается, это все закрывается, потом пропадают оргазмы, потом она думает, что нет оргазмов, ну нахрена эти вообще телодвижения. Потом еще больше она воздерживается, и потом уже такой, типа и не надо. И все. Мне нравится, когда люди вот погружаются и начинают прям выплакивать это все, выходить, и когда до конца. По человеку сразу видно, когда до конца, когда нет. Ага. То есть ты смотришь на человека, ты думаешь, вот это все, у этого там еще чуть-чуть есть, вот здесь там еще осталось, этому еще поработать надо, потому что некоторым людям кто-то приходит прям за полным очищением, угу. Кто-то приходит, ему кажется, за полным очищением, но он еще не готов, и он будет контролировать вот все, что происходит, они вот так делают. А что-то в ноге колет, ну, что там, ладно. И так могут мозги тебе делать часа 4. И никакого толку. Ага. И они искренне переживают, что с ними не так, почему я не могу, ага. Что такое, почему все плачут, я не плачу. То есть изначально твоя цель была другая. Получила, порадуйся, или получил, да? То есть, ага. Вот, потому что для многих тренинг это просто ступенька, чтобы пойти дальше. Это же я же не панацея там от всех там психологических там каких-то стрессов, но надо найти своего психолога или своего коуча, которому ты кому ты доверишься. Okay. И люди перебирают много людей сначала там к одному, ко второму, третьему не подходит, и потом когда ты столкнешься с человеком, который на тебя как-то может влиять положительно, uh-huh. ходи за ним, пока не получишь полное очищение. Mm-hmm. Понимаешь, то есть. Если ты нашел своего человека, на которого ты среагировал, так. Ходи до тех пор, пока ты не получишь все. Так вы будете в Казахстане, как я за вами буду ходить? Нет, ты же можешь фолловить в Ютубе, в Инстаграме, да? То есть это можно делать онлайн, не обязательно офлайн. То есть это, вот есть разные, сегодняшний мир, он такой технологичный, что можно любого человека достать хоть откуда, мне кажется. Но вы онлайн-сессии проводите, да? Онлайн-сессии я провожу, и во время карантина я провел, получилось 90 видеороликов в Ютубе. Вау. Я в течение 40 дней проводил от 3 до 5 сессий в день. Ничего. Каждый день просто. У меня охват был 8 миллионов в Инстаграме. Я просто удивлялся, когда я выходил на улицу, да? То есть Инстаграм очень интересная штука, у меня там около 200 тысяч подписчиков, но ага. охват был 8 миллионов, да, то есть из-за того, что конверсия этих там прямых эфиров была высокая, ага. в карантин никому, всем было нечего делать, я так понял. Через камеру достать человека вот физически очень сложно, да? Да, а когда ты начинаешь матом бить прям в его болевые какие-то точки, то начинается прям выход. Ага. То есть человека нужно, можно словесно ковырять, я не люблю. Но в тот период научился. Смотрите, вы как будто бы, вот тот человек, который посмотрит это видео, ему покажется, как будто вы шоумен, потому что вы умеете это делать, и люди дают как раз-таки это шоу, они кричат, они плачут, угу. и высвобождают вот эти эмоции, да. Я на самом деле тоже посмотрела ваши YouTube-ролики, и была настолько поражена, я не поверила. Пока я сама не прошла через это, друзья мои, вы можете мне на полном серьезе поверить, да? Я думала, что вы какой-то, может, шаманоподобный
злобный, я не знаю, какой-то человек, который просто как каких-то подставных людей берет. Каскадеры. Да, каких-то каскадеров там и так далее, да, потому что, ну, ты же зачастую видишь, что там человек касается лба, и человек падает, и ты думаешь... Ё-моё, да, это опять 25, как мы там в 90-х смотрели, да, там шоу, да. Но, ну вот как это вообще передать, как это вообще... Мне хочется очень многое рассказать, но у меня просто... За все это время уже я настолько все пережила, да, и обратно переживать, у меня даже слов не хватает, да, потому что я как будто бы прочла эту книгу, закрыла, да. И все, да, и не хочется возвращаться. Ну, то есть, ну, вот да. К негативу тому неохота не потом. Уже не хочется. Потому что ты уже свежий воздух почувствовала и уже не хочется. Это как здесь, знаете, в Чикаго очень чистый воздух. Вы, вот кто там в Киргизии, в Казахстане, вы просто с ума сойдете. Мегаполис огромный, да, и воздух, как в Алматинских горах. И это очень сильно шокирует. И когда ты такой воздух чувствуешь, мне кажется, я приеду в Алмату, а будет очень хотеться опять чистого воздуха. Да. Смотри, твое прошлое формирует твое настоящее. Окей. Да? То есть твое прошлое создало твое настоящее, uh-huh. Твое настоящее формирует твое будущее. Uh-huh. Понимаешь? То есть и получается, что если у тебя как бы деформированное прошлое, uh-huh. То и настоящее будет тебя не устраивать. И важно очень проработать свои обиды там, с папой, с мамой, с братом, с сестрой, там, с бывшим парнем, вот с кем-то, вот с ними, да, и у тебя сформируется настоящее. Mm-hmm. Не обязательно ходить к психологам, там, ко мне приходить, это, ну, не панацея, но есть люди, которые в жизни развиваются сами быстро. Mm-hmm. То есть подростковый период, у них там первая любовь, там драки какие-то все пережили. Взрослую жизнь они входят, они начинают работать, один бизнес, второй бизнес. Таким людям ко мне надо, знаете, где-то к годам 35 к 40. У него будет уже напряжение от не психоэмоциональное, а mm-hmm. больше от усталости, от того, что он прям пахал. Mm-hmm. Но психологически он, скорее всего, будет проработанный. Ну, почти все. Ну, чем человек, который пассивен, который ничего не делает. Вот этому человеку, с такими людьми сложнее работать. Mm-hmm. А люди, которые действуют, с ними проще. И то есть ты можешь просто вот с женой сделать дома ремонт, и это будет самый крутой для тебя тренинг. Ты можешь приехать там с семьей своей в Америку или куда-то поехать попутешествовать, это будет очень крутой тренинг, потому что личностного роста и командообразования, потому что жить в чужой стране с незнанием языка, да, вот как мы сейчас приехали, это тот еще челлендж. И мы точно возвращаемся потом другими. Но если человек застрял, если человек пассивен, то ему в любом случае нужна психоэмоциональная, психологическая помощь, да, как поддержка от родителей, от друзей, и им придется ковыряться в прошлом и вытаскивать это потом, чтобы сформировать свое будущее. Иначе будут постоянные скандалы, склоки, разводы. Скандалят же этот, либо от перенапряжения психоэмоционального, угу. Либо от своей психоэмоциональной опять незрелости. Угу. То есть бывают люди, которым там 40 лет, а они в голове, там, им лет 14, да, и они не понимают, ну, типа, все же хорошо, возьми ответственность на себя, чувак, там да, пощечину дают все. А он не понимает, что с ним не то происходит. Mm-hmm. Понимаешь? И почему эта незрелость происходит, это, опять же, от его бездействия и от избегания, избегания реальной жизни, что ли, вот. То есть таких людей в основном балуют родители или балуют старший брат, и им все достаются просто так, и у них развивается вот этот инфантильный гедонизм, да, то есть когда я хочу получить все, не делая ничего. И вот это формирует состояние потом жертвы. Я хочу все и ничего не делаю, но мне ничего не дают, и человек начинает переходить в жертву. Некоторые вообще отрицают, да? А некоторые отрицают что? Ну, отрицают прошлое, отрицают настоящее. А это, знаете, как это? Только требуют. Да-да-да. И отрицание того, что с тобой происходило вчера, это, ну, такое себе, то есть ты не получил опыт, ты опять набиваешь те же шишки в настоящем, и 100% ты набьешь эти же шишки в будущем. Блин, офигеть. То есть непройденный урок тебя на второй год оставляют постоянно. Ага. Просто в школе это явно заметно, тебя берут прям этот, ну-ка, иди обратно. И ты видишь, что, ну, люди меняются. Но и в жизни ты когда не растешь, люди тоже меняются. Mm-hmm. То есть люди проходят мимо тебя, mm-hmm. куда-то в старшие классы, а ты стоишь там же.
И ты смотришь, ты в своей компании самый старый потом. То есть или самый там, ну, как бы. А какие люди вообще хотят развиваться в основном, да? Я вот, например, была на марафоне и видела очень много девчонок, да, например, там 90% и, может быть, 10% это мужчины. Почему мужчины менее склонны к тому, чтобы развиваться именно ментально, а женщины более? Мужчины развиваются. Ага. Мужчины развиваются, просто они развиваются в других местах. Они, да. Мужчины про бизнес-тренинги, мужчины про спорт больше, да, мужчины про охоту, про рыбалку, вот, а мы развиваемся там больше. И это, то есть, есть же несколько путей вот этих высвобождений. Женщина, она более эмоционально раздолбанная, или как это, правильное слово, неправильное. То есть, у вас очень полярные эмоции постоянно. Да, да, да. Мужчины, они такие, знаете, как они постоянные, как день сурка. То есть, у нас нету вот этих эмоциональных взлетов, падений, как у женщин, да. И мужчине очень часто хватает просто сходить на рыбалку, и нам хорошо. Визуально вы ничего не видите, что нам хорошо, но нам хорошо. Ни при чем, вы же не хотите разговаривать, нам болтать, не надо, да. И как-то выплескивать. Да. Почему? Нам не надо. Мужчина справляется со стрессом, когда он думает или когда он в одиночестве. И женщинам очень сложно понять, потому что у женщин очень беспокойный мозг. Да, то есть вы постоянно про что-то думаете. А мужчине нужно немножко побыть в тишине и вот такой, знаете, белый шум такой. Просто вот как в телевизоре. Ты закинул удочку и стоишь. Или ты закинул ружье и идешь там 20 километров непонятно куда, никого не встретил, да? Медитация. Мы настолько разные на самом деле, да? Мы не сильно, да, у нас есть прям принципиальное отличие, потому что женщине выйти из стресса нужно поговорить. Да, да. Да? И она, мужика, когда в стрессе видит, она, расскажи мне, поделись. А он... Уйди от меня, ну мне надо посидеть. А ты его вот это, и потом он на тебя орет. Да. И ты такая, я хотела тебе помочь, и он думает, да. Опять мозги хаваешь, да? Ну, короче, да. Вот. И поэтому. А мужчина, вот из-за того, что нам помогает вот это одиночество, когда видит жену, и она в стрессе, он вот так заходит в комнату, закрывает дверцу, пусть одна побудет, и уходит. А для женщины у нее ощущение, что ее бросили. Понимаешь, то есть. Мне сейчас плохо, а он меня бросил, вместо того, чтобы поддержать. Мы абсолютно по-разному переживаем. То есть мужик уходит в домик, а женщина наоборот должна. Ей надо, да. Ей надо высказаться. Высказаться, прокричаться, там, я не знаю, там. Ну, то есть, вот очень многие мужчины, например, да, там начинают говорить: а, твои там подружки, там, зачем ты с ними общаешься, не общайся, да. Наоборот же говорят, что женщина должна ежедневно высказывать 20 тысяч слов и постоянно. То, что она переживает, высказывает. То есть это своего рода там психотерапия какая-то, да? В легкой форме, да? Это не в легкой, это прям психотерапия. А, серьезно? Да. Это прям серьезная психотерапия. Вот эти девичники, это прям иди, вот это, чем мне мозг делать. Вот, поэтому, мужчины, если вы смотрите, никогда не запрещайте своей женщине вот, сидеть с девушками, обмениваться женской энергией и плюс вот это вот выговаривать. Иначе она будет мозги хавать вам. Понимаете? Она будет выговаривать тебе, и оно тебе, мне кажется, не нужно. А мужчины просто вот в норку уходят, там переживают, и потом такие... Мужчине надо, он говорит, мне надо на рыбалку. Женщина говорит, зачем ты, вот иди в магазин рыбу купи. Да, ну зачем она... Женщина искренне не понимает нафига. То есть, но мужчины едут же не за рыбой. Или там покататься на лодке, там где-то с мужиками, да, потому что... Мы же друг другу надоедаем, вот даже когда семейная пара, у нас должны быть разные друзья или одни и те же, но вы на девичника, мы на мальчишник отдельно, да, там мы там в баню, вы там идите в спа, мы там на охоту, вы там идите вон, в кафе посидите, то есть, ну, такое. И у каждого должно быть свое пространство, мне кажется, такие семьи дольше сохранятся. Да, да. Конечно, могут быть и совместный отдых, но совместный отдых это чуть другое. На самом когда деле, семьями отдыхают, это не когда ты прям сливаешься с человеком там 24/7, ты на работе, ты там дома, ты там это, да, как будто бы реально, как он будто бы становишься одним человеком, он тебя начинает душить, он да. Душит. И то же самое ты делаешь. И поэтому важно, чтобы женщина выходила там из дома сама, мужчина, чтобы ходил на этот. Конечно, это еще вопрос доверия, да, у многих паранойя же, они там изменяют же в банях. Ты не знаешь, что мужчины ходят в баню и там изменяют. Так многие жены думают.
Но на самом деле ты его дома достала, чтобы еще в баню кого-то вызывать. А почему, кстати, изменяют? Расскажите. Измены. Измены чаще всего возникают из-за того, что уже поговорить не о чем. Это первое. То есть, когда мужчина или женщина один ушел вперед и развивался, и добивался успеха, добился, так. А второй сидел дома. И когда он возвращается домой, и кроме как что приготовить на завтрак, ну не о чем поговорить просто. И то есть женщина начинает же там насчет ребенка рассказывать, насчет того, что у нее дома проблемы, что ее бесит то, что она потолстела. Угу. И все свои проблемы начинают вываливать. Да, да. А как нужно общаться с мужчиной? С мужчиной вообще нужно просто его сначала накормить. Это вот как в русских народных сказках. Напои, накорми, спать уложи, да? А потом утром спроси, что хочешь. А потом, ты когда выговариваешь свои проблемы мужику, то он ждет, когда выйдет команда из твоего рта. Угу. Да? А вот, то есть, мужчина говорит односложно, надо пойти взять, там, выкинь мусор, там, купи мне цветы, там, давай сходим погуляем. Да? И когда ты приходишь домой, и она тебе накрывает на стол, очень многие так делают, да, ну, то есть женский мозг уже беспокоен, она привет, привет, она улыбается, она накрыла на стол, он садится и такая, а ты знаешь нашего сына, наш сын сегодня утром подрался в школе, да, у мужчины ушки наверх, на макушке, он начинает с тобой что-то там, этот, он ждет, кто его побил, чем это закончилось. Надо пойти разговаривать с учителем, надо пойти побить этого мальчика, мы пойдем сейчас к его родителям, что можно делать, да? И у него пропадает аппетит в этот момент, он убирает ложку и сидит слушать тебя. И после твоего повествования в 2.5 часа ты говоришь, ну в целом все хорошо, мы все решили. Ты зачем мне вот это все говно вливала сейчас? Ты для чего это сейчас со мной сделала, да? Я пришел с работы уставший, мне нужно отдохнуть, я сижу, я настроился на еду, да, на вкусную. И ты мне начинаешь рассказывать про сына, который подрался в школе 2.5 часа. У меня пропадает аппетит, я жду команды, кого бить, а команды бить в конце нет. Поэтому очень важно перед едой, мне вот тоже в детстве говорили, что нельзя, когда ты кушаешь, обсуждать что-то такое. Да? А то же самое и телефон, да? Нельзя смотреть. Телефон там. Для мужчины медитация. Okay. Вот телевизор, вот этот медитатор, он же не слушает. Вы замечали вообще, как мужчина смотрит телевизор? Он же не слушает ничего. Он же берет пульт. Видели, да, вот это? Так. По 10 секунд каждый канал он просто листает. Угу. Ему не нужна информация. Он типа ищет, что будет интересно. Ему вообще пофиг, он забыл, что он сидит, где он. Угу. То есть, и поэтому вот это поставить телефон и кушать, очень у многих такой, как бы, такое снятие стресса немного у мужчины. Mm-hmm. Женщины не понимают, что, ну, мне кажется, девочки так меньше делают, но хотя у меня дочки, они, ну, я заставляю убирать. Не, я постоянно, у меня так в привычку входит, что что-то я смотрю, слушаю и ем. Я так делаю тоже. И для меня это избегание стресса, мне, ну, как-то это интересно. Потом я пересматриваю большое количество интервью разных людей, и мне это очень, ну, как бы помогает потом дальше, когда вот из подсознания какие-то выходят фразы, мыслеформы, какие-то эти, и очень интересные эти метафоры. Я люблю запоминать метафоры, когда человек красиво выражается. В чем секрет хороших отношений? Да? В том, чтобы просто знать вот этот подход, как подойти к мужчине, и чтобы мужчина тоже знал, как подойти к женщине, да, потому что, окей, женщина уже знает, что нужно его накормить, проблемами не грузить, все сделать, и на следующий день уже как бы все это говорить, правильно? Все, что нужны у нее накопилось. Нужны четкие команды. Вы своему мужчине лучше не выговаривайте свои проблемы, честно вам говорю. Лучше подружкам. И лучше подружкам. Если нету ничего-то серьезного, что угрожает твоей жизни, лучше поговори с подругами. Потому что это, знаете, как вот такой, типа, начинается фильм ужаса, а потом заканчивается мелодрамой вот всегда. И мужчина ожидает, что там нужно кого-то спасать, а спасать некого, да, и вот это постоянно вот всплеск адреналина, а потом его некуда слить, и всегда вот этот слив, он выражается потом в какое-то время агрессии по отношению к тебе. Зачем тебе это надо? То есть мужчина... У нас адреналин бьет сразу, у нас же действие нужно. Да. И представь, ты вот...
и нету выхода. Вот чтобы женщины, вы меня поняли, это как, знаете, вот ты ждешь оргазма, и он не случился, то же самое. Да, да. И каждый раз, когда ты нам чего-то говоришь, и нету в конце команды, у нас вот этот недооргазм. И поэтому, когда ты этот недооргазм, выплеснется на тебя агрессией со стороны мужа или там партнера. Поэтому, ну, как многие говорят, нужно, чтобы дома было спокойствие, а вот если он уходит, он там как будто бы на войну уходит, да, там конкурирует с мужчинами, а приходит домой, и женщина встречает многие, с, знаете, теплым ужином там, и так далее. Многие вот так делают. Муж домой заходит, и она вот такая, если ребенок устал, она, да? А да. Все женщины думают, что мужчина на работе отдыхает, а она дома работает почему-то. Угу. В чем вообще прикол, я понять не могу. Потому что работа называется работа, а дом называется дом, где отдыхают. Угу. Ну, для нас так, да? И когда ты на работе выкладываешься на там на все 100, приходишь домой, и тебе дают ребенка, я устала, а я, для чего я там, это, ну, я что делал? Я, да, пинал, да, там чего-то, что ли? Угу. Ну. Поэтому, ну, да. А некоторые женщины, например, тут смотрят и скажут, а мне что делать, я тут целый день там готовлю. Там, ну, давай он сядет с ребенком, будет, а ты иди зарабатывай тогда. Ну, хотите, так, да, здесь в Америке бывает. Ну, да. Но я не думаю, что это правильно. Мне кажется, что и мужчина с ума сойдет с ребенком, и женщина на работе будет не так эффективна. Угу. Ну, в общем, секрет гармоничных отношений в том, чтобы находить общий язык и какие-то ключики, да? Да, выбирать надо друг друга. Вопрос в том, что выбора, да, то есть мы же когда там женимся или когда начинаем встречаться, это же свободный выбор, и твой, и мой, там, это, да, и бывают дни, когда ты просыпаешься и думаешь, да, господи, нафига я так себе живу, зачем я с ней живу или зачем я с ним живу, да, и ты каждый день должен выбирать. Я выбираю с ней жить еще там, прожить еще один день, еще один день. И так вся жизнь пройдет в выборе. Потому что когда ты не будешь выбирать, это будет... Знаешь, когда ты с человеком живешь и думаешь, ну, это ненадолго, да, или мы же все на работу ходим, думаешь, я на этой работе временно, да? И мы работаем, вот, ну, как бы, спустя рукава, мы работаем, не проявляем инициативу, потому что зачем мне это надо, я все равно не планирую в этой компании работать там больше месяца или там двух. И поэтому зачем мне нарабатывать клиентскую базу или там что-то это, для кого? Угу. Вот. И та же с замужеством, с семьей, то есть ты должен выбрать на определенный срок, да, на длительный, и тогда твои планы и цели будут совершенно иные. Но когда ты выбираешь человека там на год, на два, совершенно иные планы. Это есть стратегия там на 20 лет, стратегия есть на год, да? И ты когда смотришь, как люди живут, если у них стратегическое мышление на год или на два, они разведутся через год-два. Если стратегическое мышление у них там на 20 лет вперед, скорее всего, они проживут долго вместе. Потому что общие цели они сплачивают. Разные цели или цели там вот эти пятилетки, одногодки, они будут так и закончиться. Очень многие говорят, не могу найти нормальную или нормального, да? Вот что в такой ситуации делать? Тем более мы здесь, в Соединенных Штатах. И говорят, ну, негде. Я говорю, ну, тут миллионы мигрантов, американцев, кого угодно. Здесь, знаете, тут в Тиндер забейте, тебе тут очередь выстроится. В Америке тебе достаточно просто улыбнуться, и за тобой будут мужики ходить толпами просто. Потому что здесь с этим сексуальным домогательством, потом здесь очень многие сами американки, я так понял, им даже двери не откроют. Ну, то есть они настолько, вот, они в своем феминизме погрязли настолько, что уже, ну, непонятно, когда и оказывать знаки внимания, когда не оказывать. И поэтому наши девочки здесь, они более, ну, как, не то что, они более лояльны к мужчинам, и это намного проще. И мужское внимание, оно, я смотрю, тоже очень балует. Потом... Что значит нормальный мужчина или нормальная девушка, когда ты не можешь сформировать себя, да? То есть ты не понимаешь, как мне надо быть, когда я стану нормальным или нормальной, да? А ты хочешь сделать, найти нормального человека. То есть у человека нету картины своей второй половинки. То есть должен быть образ. Прям. Должен быть образ. Okay. Он там такой-то национальности, такого-то роста, с такими глазами, там, с таким-то достатком, допустим, да, там, или... Ну вот, и хотя бы картинка, и чтобы когда этот человек мимо тебя проходит, чтобы ты, а, и оценила, это он, да, а очень часто нет картинки, и все мимо проходят, и все ненормальные, это просто потому, что нет образа, если бы у девочки или у мужчины был бы образ его любимого человека, то вы бы его в толпе не пропустили, психика видит только то, что у тебя сформировано в голове, вот если у тебя в голове нету формы,
ты это все мимо все пройдет. И поэтому очень важно прописывать, почему девочки выходят замуж за мужчину, который похож на папу. Да. Да? Потому что этот психотип, он сформирован с детства. И она, когда видит такого мужчину, она его встретит. А если он, у нее абьюзер отец был? Тоже встречает абьюзера, да? Да, Вулка. В основном, да. Угу. То есть она там лояльна к матери и начинает искать такого же абьюзера. Точно такого же найдет. Зачастую, да? Ну, очень часто, да, потому что, ну, конечно, это не фатально, да, то есть есть женщины, которые один первый муж абьюзер, потом она с ним этот урок прошла и нашла нормального мужа. Или с папой на этот урок прошла, там его простила, проработала, и потом, может быть, найдет. Но в 17 лет, я думаю, это нереально вообще. Но зачастую бывает так, что она первого абьюзера на второго меняет, да, и так далее. Колесо. А как вообще распознать этого абьюзера? Вот какие-то 5 ключевых... Он начинает обвинять. Абьюзеры начинают всегда обвинять. То есть это ментальный и физический абьюзер? Мы сейчас не разделяем... А разницы нет, он начинается с ментала же. Ты начинаешь встречаться, он говорит, что так одето? Угу. Почему ты ему так сказала? Зачем ты не на это посмотрела? Ну-ка, стой спокойно. Куда пошла? То есть все, ну, до свидания. Можете заканчивать на этом, можете отношения. Потому что дальше потом будет больше. Вот, то есть он будет потихоньку свою власть проявлять, и будет этот. Типа закройся, да, вообще? Он будет в прямом и в переносном смысле. Он да? будет закрывать. Потом абьюзер, он... Их же видно, они внутренние, это внутренняя жертвенность. То есть они жертвят всегда и внешнее бездействие. И поэтому, когда человек там, допустим, тебе говорит, а вот интересно, там вот съездить там, допустим, я не знаю, куда вот там, да, в Майами сколько будет стоить? И если прошло 3 месяца или там полгода, и вы не знаете, сколько не были на Майами, в Майами, то, наверное, лучше не стоит. То есть успешного мужчину видно тогда, когда по скорости принятия решений. То есть он тебе говорит какое-то действие, то есть вот хочу в Майами, и если вы в Майами оказались, это нормальный мужчина. Если он выбирает зубную пасту больше, чем 10 секунд, нахрен его. То есть скорость принятия решений в простых вещах, они определяют успех человека. То есть если он в простых вещах принимает быстрые решения, то и в сложных он принимает тоже быстро. Но зачастую абьюзеры же тоже быстро хотят жертву эту, как паук, знаете, эту муху вот так вот быстренько обмотать и высасывать кровь. Да, но по внешним признакам его всегда видно, он ничего не делает. Он делает что-то с тобой, но он не со своей жизнью, не знает, у него все тянется. Постоянно тебя пытается поменять. Он тебя меняет и как бы занимается абьюзерством для того, чтобы подняться над тобой. Вот. У него внутренняя самооценка ниже, чем твоя, ему надо тебе на голову встать, чтобы быть выше. И вот весь абьюз, смысл. О, Господи. У меня заниженная самооценка, и мне проще тебя вниз спустить, чем подняться самому. А когда начинается вот этот физический абьюз? После того, как ментально он тебя сожрал? Чем больше человек неуспешен, чем дольше, тем больше он тебя будет, ну, сначала словесно, потом ментально, потом физически будет бить. Потом. То есть это же, ну... Это же этапы просто видно. И просто многие девчонки, ну, я его люблю, он изменится, там, и они терпят, а он не меняется, да. Но если брать так, что почему женщина это терпит, да, то отчасти эта жертвенность перешла там от мамы, и отчасти это оргазмы. То есть, как бы это смешно не было, абьюзеры, скорее всего, хороши в постели, потому что их бы так не терпели долго. То есть женщина влюбляется по оргазму, да? Ну, вообще это, ну, такое, если просто физиологию брать, то да. А мужчина как по оргазму не влюбляется? Влюбляется. Тоже, да, по но влюбляется. С мужчиной у нас чуть с этим, ну, попроще, чем у вас. Потому что я, насколько понял, чтобы женщина с каким-то мужчиной испытала оргазм, это целая, там, я не знаю, это... История должна быть. Да. Это такая... Как бы, как это говорят, миссия невыполнима, да? Ну, то есть ты это прям целый какой-то шлейф историй совместных, да? То есть или какого-то совместные там флюиды сошлись, я не знаю. То есть у вас это очень много там чего-то занимает. У мужчины с этим проще. И поэтому нас сексом держать намного сложнее, чем женщин. А в каких случаях мужчина влюбляется?
Мужчина влюбляется больше всего в себя, да, то есть когда им восхищаются, когда его хвалят, когда ему с тобой хорошо, просто и приятно, да, то есть все. И все, в принципе, никаких особых больших секретов нет. Нет. А женщина, вот, женщина, ей нужна безопасность, секс. Знаете, все очень хотят внимательного мужа, и что при этом он был как бы богатый, да, но влиятельный муж, он всегда доминант, да, то есть мужчина, который зарабатывает, всегда доминирует. И очень часто такие мужчины не, как этот, очень часто эти мужчины не, как бы невнимательны, они не романтики зачастую. А мужчины, которые внимательны, они в основном не зарабатывают. Ну, в смысле... С одной крайности в другую крайность. И задача найти вот золотую середину, чтобы мужчина мог и зарабатывать, и чтобы был внимательным. Таких очень мало. Uh-huh. В основном все, кто хотят миллионеров, знаете, вы умрете в эмоциональном голоде. То есть вы не будете чувствовать от него никакой... Вот, он вас будет деньгами закидывать, ты, он придет, ему, вот у меня там проблемы, ты будешь, он тебе пачку денег кинет и пойдет. Но для женщины в какой-то момент деньги не имеют никакого значения. Но когда они исчезают, они очень важны сразу. Но когда они уже у тебя есть, ты на них плевать хотела. И поэтому женщина считает, что когда мужчина зарабатывает, он приходит уставший, ты мне внимания не уделяешь, у него сил, блядь, нет. И у него желания нету на это, да? Но женщина хочет вот этого внимания подпитки, но вряд ли дождетесь. Если это первоначальное становление капитала вашей семьи, то лучше, наверное, чуть-чуть время как-то переждать, и через, когда он станет уже плотно на ноги, он, возможно, сместит фокус зарабатывания денег на тебя. Но это не точно, да? Но он если не сместит, он умрет от инфаркта. То есть постоянно зарабатывание денег ведет там, к сердечным приступам, там, к 50 годам, 45 годам, да, там. И в какой-то момент тебе просто сама природа останавливает. Ну, очнись и посмотри тут вокруг. Многие, да, многие не переходят. Ну, многие же... Не хотят развиваться в других областях, и они не смотрят поэтому на взаимоотношения. Угу. Говорят же, что мужчина никогда не меняется, а мужчина ошибается, думаешь, да, то, что она женщина не изменится, да? Вы согласны с этим? Да, да. Женщина меняется сразу после подписания брачного договора или там, сразу на следующий день. Так. Она первые 3 года чистит свое сердце на мужа, и он 3 года должен будет ей доказывать, что он ее любит. Почему? Она будет творить всякую дичь и проверять его на прочность. Uh-huh. Она будет делать какие-то вещи, она будет целенаправленно провоцировать его, чтобы он ее бросил. Uh-huh. А его задача ее в этот момент не бросать. Это, ну, парадоксальная вот эта штука женская. Uh-huh. А потом... Эту же стратегию включит мужчина где-то следующие 4 года. Вот 3 года ты ему мозг, 4 года он тебе. Да, как и, больше, да? И он тебя будет юзать там во все этот, и ты должна вытерпеть вот этот напор его. И ты теперь ему должна будешь доказать, что ты его любишь, потому что он уже стал сомневаться. То есть 7 лет трэша происходит у всех. Вот, у всех абсолютно. Да, да. А то, что вообще вы говорили о том, что если мужчина подписал, ну как бы, он женился на тебе, да? Это уже доказательство. Он уже выбрал. И нафига ты вообще просишь 3 года еще доказывать, да? Не, это психика, это ты ничего не сделаешь. А, ты можешь понимать, там, ты, ну, многие думают, я сейчас это осознала, и я это, ну, у меня до этого не будет. Будет. Я уже проверял на женщинах, на мужчинах, я сколько семей пересмотрел, будет. И после 7 лет что происходит? После 7 лет вы понимаете, что вы вот одно целое, и какой-то период будет затишье. Но потом начнется кризис среднего возраста у мужчины. Это сколько? Это сейчас где-то от 38 до 48, наверное. Угу. Это у всех в разный период, потому что всех включают по-разному. Угу. Но вот с 38 опасный период, ну, с 38 до 48 где-то вот как бомба замедленного действия. И как его колбасит? Его колбасит, у него ощущение, что все, жизнь закончилась. Но он пока молод, ему надо быстро успеть. Поэтому начинают этот молоденькие девочки, ему там Мальдивы, Канары, то есть мотоцикл этот, видел, здесь катаются, да, да, у вас? Да, на таких майках. Вот такие усатые, вот с такими пузами на Харлеях, да? Это вот кризис среднего возраста у мужиков. Косухи вот эти, банданы, ну, молодая девочка с длинными волосами сзади. То есть это вот, ну, классический кризис среднего возраста.
Вот, поэтому это потом проходит. У многих там, у кого-то полгода, вот, у кого-то год поколбасит, потом отпускает. А у женщин вот этот кризис среднего возраста как? У женщин 40, ей кажется, она опять молодая и красивая. Это вот, помните, 45, баба ягодка опять, это, ну, на тот же период. Они тоже начинают гулять, искать молодых любовников? Они не гуляют, они начинают флиртовать и начинают, ну, вот, какие-то компании, там, где-то вот попивать, там, погуливать. Такое. И это и он начинает, и у него, видишь, ну, это одновременно. Но если женский кризис, он не так сильно, ну, он не так часто приводит к разводу, то мужской кризис среднего возраста очень часто приводит к разводам. Mm-hmm. Потому что появляются любовницы, про которые все потом знают, потом очень сложно опять восстановить взаимоотношения. То есть, ну, и дети уже узнали, и там этот, и потом они договариваются, давай поживем для детей, и живут в разных комнатах, ну, короче. А почему разводятся после там 20-25 лет, например, дети уходят со своей жизнью, и почему-то эти супруги как в море корабли, так сразу? Потому что изначально не жили ради детей. Ага. Они изначально жили ради детей и думают, ладно, мы там вместе поживем, чтобы была благополучная семья, и там выдадим замуж, папа с мамой станут рядом, и как бы, ну, то больше. Есть единственный смысл жизни это просто дети, да, и все. Да, это самый, то, что держит. Да, это самые несчастные семьи, когда ради детей. То есть, если вы хотите развестись ради детей, не надо жить. Разведитесь лучше и будьте счастливы по отдельности, дети будут счастливее, чем до этого. Так многие сюда приезжают и говорят, ради детей мы приехали сюда. Да, и развелись. В оконцовке. Мигранты все разводятся, заметила? Да. В миграции здесь, в Америке, разводится практически 90% семей. В основном это из-за чего, как вы думаете? Здесь больше свободы и здесь больше внимания, потому что женщина в Казахстане, в Киргизии, где-то в России, она всегда унижена, она всегда с понизшей головой, у нее мало внимания, и в 30 лет ты старая. Для Казахстана, для Киргизии. Да? Замечала? Не знаешь? Я уже забыла. Ты уже забыла, что это такое, да? 30 лет ты уже старая. В 40 ты все уже, блядь, это там, уже лет 60 тебе как будто бы, да? Да, нафталином у тебя уже попахивает. То в Америке здесь огромное количество мужского внимания, да, то есть все тебе оказывают внимание, и тебе кажется, что, ну, вот это здесь легче создать отношения, но на самом деле сам английский язык и сама субкультура, она такая, что очень вежливая, очень приветливая, да, и если ты начинаешь в ответ что-то там улыбаться, то тебе начинают в ответ что-то там тоже выдавать. Uh-huh. И поэтому есть ощущение, что, ну, такой легкий флирт, он поднимает самооценку женщины. Uh-huh. И из-за этого ей кажется, что я и сама смогу. Uh-huh. Потом женщина же тоже, она достаточно эгоистичная, и когда они приезжают в Америку, мне так кажется, я, конечно, не этот... недостаточно семей пока видел, но мужчине вот в этой среде, да, без знания языка очень сложно как-то в комьюнити в это вворачиваться. Женщина вкручивается намного быстрее, потому что вот эти там 12 тысяч слов, которые ей надо выговаривать, она только ради этого выучит английский язык. Да? То есть женщина быстрее, мне кажется, ну, как бы коммуникации находит, или найдет комьюнити русскоязычное и будет там эти слова выговаривать. Да? То есть, ну, мужчина вклинится чуть сложнее, потом она будет говорить, давай, нам надо, и это опять же это тяжело жить, это опять финансовые проблемы, и она находит другой выход, мужчину, как бы, ей кажется, она найдет мужчину побогаче, который стоит на ногах, и она уходит, ну, туда. Поэтому очень многие семьи не выдерживают вот этой проверки. Я же говорю, вот эта поездка даже для моей семьи, это большой, это очень дорогой и большой тренинг для меня. И я думаю, мы все вернемся другими отсюда. Потому что 2.5 месяца в чужой стране быть всей семьей и находиться, когда мы привыкли жить там в большой квартире, да, и мы тут вот это самая большая гостиница, в которой мы жили здесь. А, серьезно? Да. То есть в Майами у нас была вот такая одна комната, и все, второй не было. И мы достали просто все друг друга. Все, как Сабуров говорит, все бытовое насилие происходит в однушках, да? Ты, говорит, проснулся, говорит, потянулся, зарядку сделал, она вся в крови лежит. У каждого человека должно быть личное пространство. То есть если твоего личного пространства мало, вы постоянно сталкиваетесь, там много конфликтов. И интимная зона, у каждого должна быть своя комната, это гигиеническая норма. То есть детская отдельно, папин кабинет отдельно,
спальня отдельно, зал отдельно, чтобы люди были, ну вот как бы были в своем пространстве закреплены. Да. Конечно, если однополые дети, они могут быть в одной комнате, но у них должна быть своя кровать и свой стол. Угу. По-нормальному, если использовать стол, достаточно одного стола на двоих. Угу. Но надо ставить два стола, каждый ребенок, чтобы чувствовал свою индивидуальность. Да, да, да. На самом деле очень важно, да, насколько я, вот я помню по своему детству, иметь разные комнаты, если вы разнополые. Да. То есть с братом ты не можешь жить после какого возраста? Чтобы ты понимала свой пол, да? 12 лет, я думаю, уже надо отделяться. Угу. То есть после 12 лет, да? Да. Okay. Просто многим, конечно, будет, у кого там, ну, не позволяет карман, там достатка нету, uh-huh. придется терпеть. Но и не задавайтесь вопросом, почему дети ругаются или почему мы ругаемся. То есть быстрее зарабатывайте денег и, ну, вот как бы побольше пространства, если его мало. Uh-huh. Я жил, вот мы вчетвером жили в однокомнатной квартире, вот в такой. И у меня сейчас доживю в этой Америке, мы как будто на 9 лет назад, на 10 туда. То есть я понимаю, что это такое, и в какой-то момент я ездил по командировкам, чтобы не находиться дома. Понимаете, чтобы. Потому что когда я дома, мне не хватало вот, личного пространства. Да. Вы говорили о том, что у нас очень важно иметь между супругами хорошие отношения, угу. Для того, чтобы дети росли здоровыми. Да? Угу. То есть, если ребенок болеет, значит что-то не то с родители ругаются. То есть родители ругаются. Если ребенок часто простывает, просто родители часто ругались. И старшие дети, если вы заметили, болеют чаще, чем вторые. Угу. То есть период становления берут на себя старшие дети. И они часто простывают, сопельки там. А что касается аутизма? Аутизм, эзотерики говорят, что это души, которые пришли раньше на лет 500 на Землю, то есть они не имеют страха, они читают мысли, то есть, ну, такое, это сложно перепроверить или понять, но я не знаю других. Почему очень многие дети начинают играть в компьютерные игры, некоторые там спиваются, некоторые наркотиками балуются и так далее? Почему это происходит? Компьютерные игры дети играют, потому что там интересно, потому что реальный мир не так интереснее, как виртуальный. И мы все даже, вот мне сейчас 43, мы все улицы вымирали, когда мультики показывали по телевизору, сначала советские, потом, когда диснеевские появились, мы все бежали смотреть Дисней, потому что картинка, она намного красивее в телевизоре или в планшете, чем вот реальный мир. То есть мужику 35 лет, он играет в компьютерные игры тупо из-за того, что в реальной жизни ему неинтересно. Мужчина идет туда, где он эффективен. И поэтому, если он в реальной жизни неэффективен, а в танке он играет хорошо, он уходит в танки, и все. А что в этот момент делает, например, женщине? У нее там дети, вообще-то нужно выживать, на ноги становиться. Есть мужики, которые играют в танки и зарабатывают там деньги. Я не знаю, как они это делают, но... Да, то есть, и, ну, не знаю. Сказать, что бросай, я не скажу. Сказать, что терпи, я тоже не скажу, потому что это все равно, ну, диалог двух взрослых людей должен быть, и нужно понять, ну, что если он так уходит от стресса, ну пусть уходит. Дома ты его постоянно давишь, и его слово второе, то он будет постоянно ходить пить пиво с друзьями или куда-то с ними гулять, потому что он там более эффективен, чем дома. Поэтому люди уходят, они гуляют. Да. И спиваются, да, например? Ну, не все спиваются из-за отсутствия свободы. Ага. Спиваются из-за отсутствия свободы. Это начинает сначала мама, то есть она его не отпускает там с девочками, не отпускает с друзьями, она его ему никто не подходит, она выбирает ему носки, то есть это люди, которые не привыкли принимать решения. Угу. Ага. И поэтому эти люди, они не хотят, они хотят свободы, но при этом им страшно принять решение. И еще мама тянет, да, там, и все. Мама любит просто так. У мамы абсолютно, безусловная любовь. И мальчику или там кому-то, ну, не нужно ничего делать для того, чтобы доказать, чтобы его любили. И он спивается просто. А наркотики почему? То же самое. То же самое. Алкоголизм, наркомания, игромания, все корни одни. Это чаще всего это доминирующая мама или супруга.
Вот поэтому настолько важно, да, вообще сепарироваться вовремя. Мне вот интересно узнать, со скольки лет уже мать должна готовить сына к самостоятельной жизни, чтобы она не вмешивалась. И как эта сепарация должна происходить? Это где-то примерно от 12 до 18 лет ребенок начинает естественную сепарацию. Ну, то есть он начинает естественным образом отдаляться от родителей. Uh-huh. И в этот момент надо потихоньку, ну, вот этот поводочек вот это, увеличивать. А не наоборот, да, так? Да, да. Притягивать. Куда пошел, да? Я, знаете, здесь с ума чуть не сошел, когда увидел, когда ребенка на поводке водят. В прямом смысле. Это я увидел в Майами, в моле. У него такой поясок, как бы этот, uh-huh. и как у собаки поводок. И вот мамаша сидит, и он там раз, и она поводок. Вот, вот примерно в 12 лет этот поводок надо увеличивать. Uh-huh. И в 18 его надо просто бросить, и чтобы он там шел. Ну, чтобы он там сам квартиру снимал, сам да. зарабатывал. Ну, да. И это, да? Uh-huh. А как вообще узнать, сепарирован человек или не сепарирован? Зависит от мамкиной юбки, держится за мамкиной юбки. Это сразу видно по словам, когда он говорит, а моя мама сказала, моя мама думает, до свидания, все. Прям по этим же? Все, да. Как первые слова, когда она говорит, или он говорит, а моя мама сказала, до свидания. О, боже мой, тут же полстраны. И поэтому ты, когда начинаешь взаимоотношения, очень важно, ну вот, как бы вместе прорабатываться. И я, когда женился, я был уже оторван, потому что мы жили, я жил уже тогда, по-моему, лет, сейчас вам скажу, 12 лет уже жил сам. Uh-huh. Да, и я женился в этот период. Супруга, я ее забрал прям от мамы. Okay. И она не понимала, зачем вообще мужчина, потому что это вот, ну, она без папы жила, да. Uh-huh. То есть и девочка, которая жила без папы, она не понимает роли мужчины дома. Да, да. В быту даже, да. Она не поймет, что ты лежишь. Она не поймет, что она тебе должна кушать, готовить. Ну, то есть, ну, вот какие-то вещи элементарные она не, ну, вот, ну, не понимает. И надо потом будет заново. Потом я 7 лет, ну, 12 лет уже тогда сам жил. Чего я там понимал 27 лет, если честно? Тогда мне казалось, я очень умный, да? Но сейчас я понимаю, что я тоже ничего не понимал. И мы вот вдвоем учились, да? Мы, она сепарировалась от мамы в свое время, я стал учиться зарабатывать и вот так. Самое интересное, что если ты разведешься, начнется все заново с другой женщиной. Какой бы ты умный ни был, все равно все заново начнется. И то есть очень многие женщины, как и мужчины, они не сепарированы. Очень, ну, я думаю, да. Но успешные люди большинство в своем сепарированы. Да, успешные, да. И миграция процентов 80 сепарированная вся. То есть она хочешь или не хочешь, родители далеко. Ну да, да, да. И поэтому ты можешь да-да-да-да и делать все по-своему, потому что они не понимают, какой у тебя здесь быт. В русской субкультуре люди, которые уезжают, всегда они предатели. Да? Из Америки ты хоть куда едь, и тебе никто не скажет, что ты предатель. Живи где хочешь. Да? А именно вот из наших стран, когда ты уезжаешь, ты предатель. И... Вот в загнивающий Запад уехал. Да-да-да, погрязли в роскоши. Вы понюхайте, чем у вас там воняет, да? В роскоши погрязли. Да, то есть, есть момент такой, что... Как будто бы у нас очень, ну, стрёмно быть богатым, успешным, стыдно. У нас стрёмно уезжать. У нас стрёмно быть богатым, правда, это успешным. То есть, ну, я не знаю, как... Просто по комментариям в России я замечал, что богатых людей не очень сильно любят. Да. А в Казахстане перед богатыми преклоняются. Угу. Если ты посмотришь наших миллиардеров, которые есть в Фейсбуке, которые публичные, да, то у них в основном все комментарии очень положительные. А вот, ну, зайдите под ролики Тинькова, как его там чмырили до того, пока он не заболел, это, ну, очень страшно. Мы вот проводили на День независимости парад, и, ну, наши иммигранты просто выехали на джипах, на каких-то современных хороших машинах, и все в комментариях начали, те, которые в Кыргызстане находятся, типа, вот, дети чинушей, вот они разворовали всю страну, а дети у них за рубежом учатся, а эти... Это вообще-то не дети чиновников. На самом деле они тут унитазы драили там 3 года назад, видишь, да? А сейчас там Uber-драйверы. Мне, например, проще сказать, что это дети чиновников сюда уехали, чем поднять свою жопу и выехать туда же.
Потом у многих есть иллюзия, что в Америку ехать очень дорого, что нужно прям очень много денег. Это одна из иллюзорная штука такая, да? И поэтому только чиновники. Но я, вот народ, я вам вот так скажу, очень многие люди, выходя из самолета, имеют в кармане $150. Первый раз приехав в Америку, имеют $150 в кармане. То есть это перекладывание ответственности получается? Ну, как бы мне же проще, мне проще обесценить твой успех, чем, чем убедиться в собственной никчемности. И поэтому вот этот весь хейт, он оттуда идет. Поэтому, видишь, и вы же предатели, ну, реально, вы уехали, вы семью бросили, вы предали страну, вы там, ну, как бы... Мы тут бедствуем, Посмотрите, вы еще все вернетесь, понимаете, вы еще приползете на коленях в нашу... Но нельзя привязываться к странам, нельзя привязываться к людям, нельзя... То есть, да, есть корни, сейчас кто-то скажет, а как же корни, как же родственники. Если человек уезжает в Америку, он же не перестал быть тебе родственником, правда? Он же не перестал быть твоим соотечественником. Или любить родину. Или, да, как любите родину на расстоянии, берегите родину, отдыхайте за границей, да? То есть, есть вещи, которые, ну, вот сложно понять, когда ты сидишь и никуда не выезжал. И поэтому сейчас объяснять, что миграция – это хорошо, это, ну, не объяснить, потому что многие мигранты, живя здесь, моя здесь полы, там, работая там этими на траках, на уберах, в офисах где-то, да, получая здесь образование, они большое количество денег отправляют себе на родину, чтобы содержать родителей, чтобы содержать братишек, да, чтобы содержать там свой какой-то бизнес еще, да, то есть, и вот эта миграция, она чаще делает больше, чем те, кто, вот, кто там ничего не делает. Отчасти даже ваша какая-то пенсия, она часть отсюда пришла туда. А как вы смотрите к тому, что дети отправляют деньги там своим родителям, а здесь годами продолжают водить траки на этой черной работе? Нормально. Когда они могут эти деньги, например, собрать, в какой-то бизнес пустить, акции там и так далее? Бизнес-акции – это люди, которые уже деятельные. А люди, которые с чувством, знаете, с мышлением бедняка, они приезжают в Америку, они здесь из этого же бедняка не выйдут. Понятно? То есть дело не в том, вот многие бегут там, он умеет водить машину, да, и он, допустим, там в своей стране, он, вводя машину, заработает $100 в месяц. А здесь, вводя трак, ты заработаешь там, допустим, там, $5000 в месяц, $10000 в месяц. Да? И твоя жизнь будет так, ну, лучше сильно. Но ты делаешь то же самое действие. Тебе самому не надо развиваться. Ты там водил и здесь водил. И ты, когда упираешься в свой доход, определенный здесь, в американские доходы, то тебе зачем? У тебя комфортная жизнь, тебе хватает на квартиру, на машину, ты работаешь так же, как я работал у себя дома, но уровень твоей жизни кратно выше. Зачем тебе дальше куда-то что-то делать? Что делать вот мужчине, если он хочет расти, но вот дошел до финансового потолка, и ему хватает там 10-5 тысяч долларов, вроде бы комфорт, вроде бы, но хочется большего, вот как тот или там как это? Если у человека есть такие амбиции, то нужно свои цели, вот вы смотрите, ты можешь свою цель увеличить в год там работу, ну, доход на 20%, да? И это будет, нужно просто будет на 20% больше работать. Но для того, чтобы изменить систему, если тебе нужно поставить цель, которая будет кратна твоему доходу сегодня, там в 3 раза, в 5 раз. И тогда придется поломать и бросить все, что ты сейчас делаешь, и выстроить систему по-другому. Как обмануть мозг, который привык к одному тому же делать? Ты же привык к 10 тысяч или 5 тысяч зарабатывать. Это очень опасная тема, потому что если сейчас здесь сказать, то надо же кто-то сделать, и будет, ну, не совсем корректно. То есть нужно изменить свое бытие, нужно из бытия там миллионера откуда-то оттуда вытащить какой-то артефакт себе позволить и принести в свой быт, который сейчас у тебя. И тогда ты поймешь, что ты зарабатываешь мало, и тогда твои цели будут, ну, другие. Купить что-то дорогое. Это нужно лакшери прям, да, это прям предмет роскоши, который будет за гранью твоего миропонимания. То есть, чтобы прям мурашки, и чтобы у тебя прям... Чтобы прям вот рвало такое... прям. Прям рвало. Чтобы прям рвало. Потому что, когда человек рвет, это обрыв нейронных связей, да? И если ты от покупки получаешь удовольствие, это просто шопоголизм или просто нужда. Но когда тебя рвет от покупки, тебе кажется, что это нереально дорого, и зачем я, господи, зачем я это сделал, да? Зачем я этого придурка в Ютубе послушал, да?
То есть, если вот такое, то это прям терапия. Но ее самостоятельно лучше, ну, как бы опасно делать. Почему? Потому что ты можешь просто деньги выкинуть на ветер и ничего не получить. Нужно с коучем, да, с психологом, да, это делать. А можно, знаешь, а можно спровоцировать, ну, как бы, ты можешь поставить некорректную себе цель или какую-то покупку, которая для твоего мозга будет неадекватная, и ты перестанешь зарабатывать, чтобы не тратить. Это капец какой сюр, но мозг может выстроить так систему, что ты будешь не зарабатывать, чтобы, не дай бог, потом потратить. А как это обхитрить вот эту систему? Поэтому нужен психолог или коуч, который будет тебя в этом направлении двигать, да? Он возьмет твою какую-то сумму, ты скажешь, какая есть, ты говоришь, у меня есть вот столько, и он тебе говорит, купи вот это. И он будет тебе проверять, а вот это, а пойдем посмотрим, да? И на какой тебя больше будет рвать, он тебя заставит ту купить. И тогда это прям терапия. И это надо делать сразу и быстро. То есть это должен быть такой симбиоз коуча с клиентом, чтобы у того было доверие, и чтобы, ну, тот тебя этот... Захотела, например, камень или захотела часы, там, как вы говорили, вот, роликсы, да? Вот, я должна пойти, ноги, смотри, трясутся, и я думаю, я тебе объясню, смотри. Но я пойду и куплю, да? Смотри, часы, там, что-нибудь это там, вот ты когда говоришь кольцо, часы, это все исключили уже, это тебе не надо. Понимаешь, то есть... Человек, когда сам себе диагноз ставит, это не то. Так. Потому что на украшении, скорее всего, у тебя оно и есть, и не одно. На часы, может быть, скорее всего, ты там уже как бы это в какой-то мере в той или иной делала уже. И на тебе это не сработает. Да. И нужно найти вещь, которая, вот, допустим, бывает, ты себе часы, кольцо покупала, а сумку нет. Купи тогда сумку. То есть, или ты человеку предлагаешь там, что ты можешь купить, или ты начинаешь, вот я бы сумку взяла, часы взяла, там это взяла, вот это взяла, этот. Вот из 5 предметов что бы ты купила? Ты такая, часы исключили, и вот еще 4 осталось, что ты бы из этого? И нужно дойти до того, что ты больше всего обесценишь. Поняла? Теперь я поняла. То есть ты такая, а сумочку нет, а вот это нет, и останется там, допустим, трусы за 2000 долларов, иди умри. Понимаешь? Блин, есть, ну жаба же душит, да, это жаба нереально душит, купить. Да. Это вот, это психика, допустим, да, то есть, почему, говорю, трусы за 2000 долларов, это сюр, да. Это нереально дорого. И мозг взрывается. И мозг просто, он начинает кипеть, он выдает ошибку, и тогда твое потом бытие начинает, ну, как бы пульсировать и перестает тебя устраивать. Но психика опять что делает? Мы эти трусики в рамочку, подсветочку, они крутятся, и мы сидим, вот и ждем, когда же праздник, чтобы их одеть. А нужно одеть и носить, как обычные трусы. И прям стирать в той же стиральной машине какой-нибудь. Я не знаю, которая... ты не сможешь. Ты будешь стирать там ручками, шампунем там каким-то, да, этот, или вообще будешь химчистку носить, но надо носить. То есть сумку, часы, это вот какие-то лакшери, если покупаешь, надо носить. Очень многие в комментарии там пишут, у меня там женщина написала, а я считаю, что это бесполезная трата, лучше бы спасли детей. Да. Во-первых, всех вы не спасете, это раз. Во-вторых, каждый человек должен через этот этап пройти. Есть люди, которые говорят, меня бренды не интересуют. Я очень часто здесь в Америке слышу это. Типа, здесь... Я выше этого всего. Да-да, здесь это не важно, типа, да. Но как только появляются деньги, бля, вся как елка, бля. Да? Или если человек любит путешествовать, например, да? Можно поехать? Нет. Нет? Ехать в лакшери поездку нужно тому, кто не путешествует. Окей. Понимаешь? Понимаешь? То есть нужно искать сферу, куда он не хочет тратить деньги. Окей. Вот. И поэтому это собственное развитие, и тут чужие дети ни при чем, я так понимаю. То есть каждый закрывает свои какие-то дырки психоэмоциональные, но когда ты вырастешь, конечно, можешь заниматься благотворительностью. То есть, когда ты свои собственные блоки проработал, тогда можно. Если, ну, вот это, да, вот этот пробить финансовый потолок, самое прям просто какой-то трэш какой-то. Это вот как шарик надували, помните, в детстве? Да. И вот первые там 3 раза тяжело, потом в какой-то момент прям очень тяжело, и надо прорвать этот пузырь, и потом ты дуешь спокойно. И вот с деньгами, с вот этим пузырем та же, ты дуешь, тяжело, и многие бросают на середине, а нужно еще сделать какое-то определенное усилие, оно раз, и потом будет легко.
Вот вчера парень говорил о том, что он там за 1500 увидел какие-то часы, и он там ходил-ходил, и жаба задушила, и он ушел, да? Угу. А вы сказали о том, что если 1500 стоит, умножь на 3 и купи. Угу. Если 1500 стоит, и он хотел, надо брать. Так. Но если он... Видишь, он же ушел, не купил, ему надо взять. Ага. Но если он идет и смотрит, и он, я хочу, и он так с удовольствием с деньгами расстается, надо умножить на 3 и купить. А, окей. Тебя то должна есть, прям жаба настолько душить, и ты пойдешь. Ты должен, да, ты должен удавиться и купить все равно. Угу. Ну и потом ты начинаешь как бегать и пытаться заработать еще больше, в 2-3 раза больше, да? Ты, обычно. Ты не пытаешься в 2-3 раза больше, твой мозг пытается вернуть те деньги, которые ты потратил. Классно, мне нравится вообще. Не, это реально такой кураж. Да, он пытается вернуть, понимаешь? Потому что если ты в неделю зарабатываешь, допустим, какую-то определенную сумму, там, ну, давай, допустим, ты зарабатываешь $200 в неделю, да, ну, чтобы в Киргизии, в Казахстане, в России было полегче воспринимать суммы. Вот ты зарабатываешь $200, допустим, в неделю, и ты берешь, тратишь $800 себе на сумочку или там на кроссовочки, ну, на что-то, чего ты себе до этого не позволял, то твой мозг выдаст ошибку, и ты, ну, скорее всего, ты заработаешь эти $800 за неделю. Uh-huh. И ты поймешь, что ты можешь зарабатывать в 4 раза больше, чем заработал до этого. И самое главное, вы говорили о том, что, например, купил часы, роликсы, нельзя их продавать, когда там какая-то когда жопа финансовая произошла. Яма, да. Во время финансовой ямы нельзя продавать свои предметы роскоши. Это триггер твоего успеха, и на него надо, ну, периодически поглядывать. Uh-huh. И прям каждый день стараться, ну, носить там. Ну, желательно носить желательно. Постоянно, да. Uh-huh. Просто... надо, в общем, носить. Расскажите свои вот эти вот штуки, что вы покупали для себя, и прям жаба настолько душила, и вас трясло. И... Я себе покупал, вот первая моя такая растяжечка была, это часы за 1300, по-моему, в Казахстане покупали, и мы всей семьей ходили, их выбирали. Мы с супругой ходили 3 или 4 дня. И самое интересное, что я недавно взял чек, это было 8 марта. Mm-hmm. Я купил себе часы первые 8 марта. Mm-hmm. И супруга поддержала, как бы это, да. И мы пошли, выбрали часы сначала. Потом я взял жену, детей, мы пошли в бутик. И я покупаю эти часы, я смотрю на детей, на жену, они одеты как попало, да. То есть даже в том доходе mm-hmm. они выглядели очень комично. Они одеты были очень плохо. Mm-hmm. Мы как бы не знаю, я не сказать бичи, но что-то очень рядом, да? То есть это как американские бомжи мы, наверное, там стояли, потому что мы одеты были плохо прям. Uh-huh. Я покупаю часы за $1300, да, и у меня, блядь, ну, мне прям очень было хреново. Я думаю, господи, что я делал? Я бы взял, вот поехали бы там на барахолку, uh-huh. я бы их с ног до головы все ходил, и они хотя бы год бы ходили бы нормальные, как нормальные люди. И нафига люди. Оно мне надо, да? Зачем я это сделал? И когда продавщица открыла вот эту кассу, и там у нее ни копейки не было, я понимаю, что я первый дурак, который со своими деньгами расстается. И вы прям кэшем. Я прям кэшем принес. Это была вот такая стопочка. Это принципиально важно. Вытащить. Это принципиально важно, это чтобы почувствовать. Многие предметы лакшери покупают в кредит, но это обесценивает, ты не понимаешь. Mm-hmm. Мозг, психика не понимает, что это дорого. Окей. Когда приносишь кэшем, это, ну, это жесть просто. $100 купюры считаешь. Ну, у нас же там тогда 5 тысяч было, по-моему, 10 тысяч тенге самая большая была, и там какая-то часть была по 5, какая-то по 10, но это была вот такая стопка, я помню. Вот такая стопочка была. Причем, если у вас семья, например, муж и жена, муж должен пробить вот этот потолок, то есть он себе должен купить, да, ну и потом уже пробивает тот, жене. Кто зарабатывает. Да. Понимаете, то есть прорабатывает, ну, это делает тот, кто получает терапию. То есть тот, кто приходит. Если приходит жена, то это делает жена. Если приходит муж, это делает муж. Угу. Вот. И поэтому, если мы говорим об ее доходе, это делает она. Если мы про его, то это делает он. А если вдвоем? Вдвоем, ну, там же сразу видно, кто больше зарабатывает. Ага. То есть, если мы говорим про развитие мужа, то мы покупаем мужу. И потом жене. Там вот так, покупать. Надо сорвать мужу уровень нормы, и когда, допустим, за $1300 он купил себе часы, то все, что дешевле $1000, там, это, и для него будет, ну, недорого.
И ты можешь в течение года просить там каждый месяц там, по 500, по 700 долларов тратить. Это такой шикарный лайфхак, друзья, от Игоря. Мы же каждый выбирает сам свою стратегию жизненную. И одни, ну, смотрите, мы все живем в одно и то же время, да? И в одних и тех же условиях. И одни говорят, сегодняшний современный мир – это большие возможности, это большие деньги, это свобода передвижения. Там, ну, то есть мы сегодня перемещаемся со скоростью ну, неведомой ранее, да? И причем массово. А другой сидит и говорит, жизнь говно, правительство все украло, почему о нас не думают, денег нет, счастья нет, квартиру купить невозможно. Там, но это люди живут в одно и то же время, в одной и той же стране. И вот картина мира твоя внутренняя определяет твое бытие. И для того, чтобы изменить свою картину, вот смотрите, чтобы изменилось бытие, нужно изменить картину мира сначала свою. Да? И для чего я, вот это покажется сказочная штука, я смотрел Радислава Гандапаса в Ютубе, на протяжении, я не знаю, это вот уже, наверное, больше 10 лет я его смотрю. 3 года я его смотрел, на 4-й год жизнь стала потихоньку меняться. Не сразу. Вы можете у супруги моей спросить, я до сих пор засыпаю, просыпаюсь иногда с Гандапасом, иногда с Черняком, иногда там этот, с Маргуланом Симбаевым. Ну, то есть я свой мозг, вот YouTube, вот как это, YouTube Аман Болсон, да? Пусть никогда не блокируют вас там в стране. Вот, то есть я благодарен за то, что есть возможность прикоснуться и побыть с теми людьми, которые для тебя недосягаемы, да? И я мечтал о такой жизни, о перелетах, о разных странах, что из самолета не выхожу, да, и меня везде встречают, я что-то там читаю тренинги. Но я провожу тренинги сегодня уже в Чикаго, да, ну, за этот период, а Гандапас собирает, конечно, стадионы, да. Сейчас я, у меня есть мысли по поводу стадионов, и я к этой вот цели потихоньку, ну, вот тихо-тихо иду, да. То есть я к чему, что картина мира, вот как ты у себя в голове выстроишь, так оно потихоньку-потихоньку и идет. Да, например, если ты говоришь человеку «не болей», ты говоришь о том, что ты как будто бы болей, да? А если ты говоришь «будь здоров», и ты постоянно будешь, да. Будь счастлив, будь любим, будь здоров, там, я не знаю, ну, нужно именно фокусироваться, да, и я так думаю, что на чем-то хорошем и прям фокус на этом держать, и вся сила будет на вот этот фокус уходить, да? А если он там, ой, он такой плохой, ой, там, она такая плохая, если фокус держать, ну, так и будет твоё происходить. Твое слово, любое слово, которое ты говоришь, это программа на ближайшие 40 дней. А если ты еще туда эмоцию добавишь, то это, ну, вот, как бы это все усиливает. И вся вселенная будет тебе подтверждать. То есть ты говоришь, денег нет, и в течение 40 дней весь мир тебе будет говорить, что денег нет. Ты на 20-й день, ты говоришь, я же говорил, денег нет. Еще 40 дней денег нет. И поэтому очень важно, да, формировать свои мысли, взгляды, картины и следить за своими словами. Ну, желательно. А вот вы говорили о том, что если у человека обиды, какие-то прошлые непроработанные штуки, да, вы говорили о том, что 40 дней можно писать письма прощения. Письма прощения пишутся в течение 40 дней. Это есть тоже, если забьете письма прощения, то мой ролик, по-моему, сейчас первый выходит, потому что я всем его прям даю. И там вот в течение 40 дней вы пишете письма прощения всем людям на планете Земля. Начиная от мамы и папы. От мамы и папы, заканчивая собой, это примерно от 40 до 70, до 80 человек. Мне как-то девочка пишет, говорит, у меня, говорит, 400 человек, это нормально? Серьезно? То есть многие говорят, у меня 20, ну 20 врешь ты, короче. И ты все это говно держишь у себя внутри, в мозге, в теле. Да. И надо это выписывать, когда ты выписываешь, в течение 40 дней мозг понимает, что обижаться деструктивно. И самое такое, знаете, секрет этих писем в том, что кому бы ты письма не писал, ты пишешь себе. Ты пишешь самому себе. То есть ты отзеркаливаешь. Ты прощаешь не человека за то, что он мудак, а ты прощаешь за себя. Понимаешь? Блин, и какое бы говно там ни писал, это твое говно. Блин, офигеть.
И вот, и поэтому очень много происходит инсайтов, очень много взрывается мировоззрение просто. Просто сделайте это упражнение, 40 дней вы можете самостоятельно. Но для людей, которые самостоятельно это не делают, у меня есть марафон там вот онлайн, там они отчитываются куратору, я сегодня написала, там, а он, отчеты, ну-ка отчеты давайте. То есть, и там раз в два дня у тебя проверяют отчет, сделал ты задание или нет. И есть, потому что большинство людей развиваются из ужаса, да, что их там уволят, отчислят, мы привыкли так. И поэтому есть и такое. Но в принципе это же задание есть вот в свободном доступе в Ютубе. Просто открывай и делай. И нельзя останавливаться на 20-м или 30-м дне. Да. Это принципиально это, 40 дней. Это принципиально 40 дней, потому что чаще всего после на 20-25 день нечего писать. И многие люди бросают. Такие, а я уже святой, как бы хватит. Но есть такая метафорическая штука, когда письмами и прощениями ты свои обиды должен вытолкнуть за свое ментальное поле. И это происходит именно 40 дней подряд. Чтобы вот это вот не копить, чтобы а негатив... вот навоз немножко снять. Да, и да. Так... Скажем так, энергетически он, чтобы вышел за грани твоего энергетического поля. И, но когда ты пишешь это 20 дней, где-то через месяца два жди депрессию. Жесткую. Это вот все твое говно ментально свалится опять тебе на голову. Если ты 20 дней пишешь, то вот так вот просто поднимаешь, и вся такая, вау, классно, классно, и говно и, обратно да, спускается. Да. Поэтому нужно поднять и выбросить, да, выбросить в урну да. в течение 40 дней. Да. Это происходит 40 дней. Это очень круто. По поводу 100 желаний, я уже написала, вы дали задание на марафоне, да, что 100 желаний только для себя. Да. Ну, для меня это было, в принципе, легко, но для некоторых это было просто. Как для себя, типа, не для мужа, не для родителей, не для детей. Мы привыкли концентрироваться на внешнем. И всегда в списке твоих приоритетов в основном люди свои желания спускают вниз. Поэтому это, наверное, для многих большой вызов про себя подумать. Они знают, что нужно всем, а что себе нужно, не знают. И поэтому ничего они не имеют. Потому что то, что ты хочешь, ты имеешь. Ты имеешь ровно столько, сколько желаешь. Ты не можешь иметь больше или меньше того, чем ты желаешь. И если ты находишься в каком-то определенном бытие, значит, ты этого хотел. Mm-hmm. Если бытие тебя не устраивает, то ты хотел его позавчера просто. Mm-hmm. Формируй свое, ну, как бы свои желания на будущее, и твое бытие будет ну, таким. Угу. Некоторые вы говорили, что останавливаются на 14, 15, 30 желаниях и такие дальше. Все, типа, пусто. А что там, сколько еще, 60 писать, что надо. Ли, типа? Вот, ну надо писать, надо сидеть и прорываться писать дальше. И не повторяться причем. И не повторяться. Мир изобилен, то есть можно что угодно хотеть. Ну хоть на Марс полетать, потому что сейчас уже и спутники готовят для того, чтобы на Марс летать, только... как гость, да, посмотрел там, как Илон на Мальдивы, сказал, и обратно вернулся. Илон Маск сказал, первая группа не вернется никогда обратно, поэтому... Так, что-то я уже перехотела. Это билет в один конец для первой группы этой команды. Но я недавно читал да, этот. Вот Илон Маск, допустим, да, вот его карту желаний попроси написать, он 1000 напишет. Он 1000 напишет. Ну какой вы, как думаете, что это за человек такой? Потому что он просто взорвал всем мозг. Он что? Гений. Так, и все-таки, а что так можно было? Он гребаный, как в Америке, он гребаный железный человек современности. Он реально меценат, миллиардер, там, он железный человек. И поэтому я, кроме восхищения, у меня к нему ничего нет. Потому что даже если взять, ну, как бы немножко, как, я не знаю, экономические, политические составляющие, оказывается, до недавнего времени все ракеты летали только на российских этих двигателях. Да? И Америка зависела от двигателей российских. И Россия на это манипулировала немного, играла. Но, как оказалось, эти двигатели со смерти Королёва, они там все так же. Ничего не обновилось, это да. Старые как бы разработки, да, и Рогозин там или кто там его же приколол там насчет батута, да, тут типа на батуте они там этот, и когда Илон Маск запустил первую ракету, он сказал, типа, батут работает. И это вот то, что казалось невозможным, то, что страна целая не могла сделать, сделал один человек, частное лицо сделало ракету. То есть сегодняшний мир может быть любым, да, любой может быть любым. Человек родился в Африке и сейчас в Америке запускают, блядь.
Насколько он пробил вот этот потолок, что, блин, этого потолка вообще там не видно? Нет, у него горизонт где-то вообще недосягаем, и я восхищаюсь просто им. Честно, я прям восхищаюсь. И я надеюсь, что это видео вообще для вас было максимально полезным и информативным. Вот, хотели бы, может быть, что-нибудь сказать, дополнить для моих подписчиков, пригласить на свои марафоны, возможно. Друзья, в общем, будьте смелее и просто действуйте. Если тебе где-то я там откликнулся, можете прийти на марафон на онлайн, можете прийти на тренинг, можете прийти на мастер-класс. В общем, приходите. Если не зашел, то не зашел. Напишите, что, ну, что-нибудь в комментарии напишите. И ставьте пальцы вверх, ставьте пальцы вниз. Пишите плохие комментарии, пишите хорошие. Единственное, хейтерам хочу сказать, чтобы пишите без мата, потому что YouTube блокирует. Это не мы удаляем, это YouTube блокирует. Нам наоборот выгодно, чтобы вы там писали больше. Да. Поэтому, если будете плохое писать, пишите как-то, ну ты не совсем хороший человек. На самом деле это хорошо для просмотров, так что ставьте и дизлайки, и плохие комментарии и так далее. Ну, в общем, это в любом случае играет в мою пользу. В общем, будьте смелее, действуйте. Да, спасибо, друзья, большое, что досмотрели это видео. Ставьте лайчонок, пишите комменты, поделитесь с друзьями и ждите, конечно же, следующего видео на моем YouTube-канале «Кыргызка в Америке». Все, пока, увидимся.